Всем пламенный привет, дорогие друзья, с вами Диларензи. На свете существует очень много стариков. Например, Санта-Клаус, ваш дедушка, Конфуций. Но я-то знаю, по какому деду вы соскучились больше всего. Это Федот. Пулемет. Пока все самые богатые игроки сервера Trinity сейчас разгуливают по казино по всему штату, мы с нашим Федотом сидим в тюрьме. Да, я выпрашивал деньги и меня за это закрыли, но в этой серии мы постараемся все исправить. Естественно, ставим лайк, если Федот Пулемет ваш любимый персонаж, ну а мы начинаем. Да, вот это вот саная, обосранная всеми камера, где, извините меня, лишились своей сексуальной действия. Очень много человек, нахожусь в данный момент я. У нас тут лежит наш милый добрый друг, который сейчас облизывает унитаз с нижней его части. И, собственно говоря, все. Пизда мне нахуй. Черт, все рукава в моче и чей-то волосне. Братан, мне кажется, это все твое. Да я уронил в унитаз важную для меня вещь. Чье-то дерьмо забилось мне под ногти уже. Да уж, дорогие друзья, вот такая ситуация. У моей сестры менструация, а также мы находимся в тюрьме, напоминаю, с бомжом, который ковыряется своими ноготочками в какашках. Посмотри на мои рукава. Все в дерьме. О, господи, я не хочу стоять здесь. Я не должен вообще здесь находиться. Что плохого вообще в том, что я собираю деньги у богатых игроков? Это же вполне легально. Зачем полиция меня вообще задержала? Да, опачки. Что-то знакомое лицо я вижу сейчас. Камера номер 69. Кто из вас Федот? Это я, Федот. Сынок. Посмотри, во что ты превратился. Ты же ветеран. Ты был моим героем. До чего ты докатился? Я здесь, чтобы предложить тебе свободу. Друзья, вас, собственно говоря, ничего не смущает, что я как бы стою здесь, да, и у меня в целом узнаваемое достаточно лицо. Почему какой-то бомж за меня сейчас выступает в камере? Я не понимаю. Надоело, наверное, тут сидеть? Да это я ветеран Федот, выпустите. Ты генерал Пиздобол, а я та самая легенда. Китаец, из-за тебя, из-за того, что ты снимаешь видеоролики раз в 30 лет, меня начали забывать. Если ты сейчас не исправишь эту ситуацию, то у тебя будет менструация, ты узкоглазый придурок нахуй. Свалил отсюда. О, все. Наконец-то меня узнали, все в порядке. Мистер Федот, простите, что не узнал вас. Никто не хочет служить в полиции. Мы вынуждены собирать старые резервы. Мы ищем таких, как вы. Нам нужны лучшие из лучших. Я приглашаю вас в нашу полицейскую академию. А зачем вы меня здесь закрыли? Мы все замнем. Только согласитесь сотрудничать. Стойте, а сколько мне сидеть тут? 15 лет. Ну, я даже готов вступить в любое дерьмо. Главное, чтобы тут не сидеть. Выпускайте его. Давай ключи. А ты сиди тут. Ну все, давай прощай, говночист. Садимся в машину и ебашим. Да, конечно, и какого трэша только не было за все существование Федота Пулемета, но его работа в полиции это вообще абсолютно что-то новое, потому что обычно нас только полицейские ловили, сажали, мы от них убегали и мы их обманывали. А сейчас мы сами становимся блюдителями закона. Проходи, одевайся. Все уже собрались. Ну что ж, дорогие друзья, мы уже согласились на эту авантюру, чтобы не сидеть в тюрьме, поэтому давайте попробуем роль полицейского на нашей старой шкуре. Поехали. Reach out, touch faith. Да, друзья, вот такие дела. Вот так теперь у нас выглядит наш Федот Пулемет. Этот костюм, не могу вам соврать, выглядит достаточно неплохо. Я думал, что я буду выглядеть как обычный какой-то типичный коп. Поэтому для задач полицейского это как бы охранять закон и хорошо одеваться. Второе мы уже выполнили. Так, ну а собственно что? Где кого?
Понял. Ну ладно, давайте будем, наверное, знакомиться, да? Вот сюда я встану, потому что вот эти вот люди выглядят как я. Как я понял, вот эта вот линия игроков, которая здесь стоит, это те самые лучшие из лучших, да? Ну, конечно, выглядят они очень супер, особенно вот этот вот персонаж, он просто прекрасен. Мы начинаем церемонию набора 10, юбилейную Академии полиции Сан-Андреас. Мы собрали здесь лучших из лучших. Добро пожаловать в полицию! Ура! И сейчас салют! Нифига себе! Вот это прям настоящая церемония посвящения в полицейских. Откуда выстрелы? А нападают! Что за... Что происходит? Лежит без сознания. Девушка упала. Почему она легла спать тут? Алла-сактасын. Давай знакомиться. Да, знакомьтесь пока. Так, стоп, нам знакомиться вот так вот с лежачей женщиной? Девушка, как вас зовут? А тебя не смущает, что она умерла сейчас? Сейчас я тебе помогу. Ага. Это, получается, первая помощь, да, у нас такая? Девушка, вы нас слышите? Ой, что случилось? Где нападавшие? Девушка, я казах, зовут Азамат, рад знакомству. Ой, а ты проснулась. Я Джонатана. Я Белла, рада знакомству. Меня Федот зовут. Федот, а почему ты седой? Потому что среди вас лучше из лучших. Я реально опытен и смышлен. О, так вы мужчина на опыте. Мне такие нравятся. Мне тоже. Блять, куда я попал? Что это за пиздец? А можно узнать, почему вы лучшие? Мы лучшие, потому что не худшие. Да, классно, сука, нахуй. Мальчики, предлагаю идти разбирать вещи и ждать следующее задание. Идемте в комнату. Да, дорогие друзья, вот такие тиммейты мне попались. Ну ничего, зато мы не в тюрьме. Ага, то есть мы сейчас пришли, получается, в спальню нашей академии. Кстати, поздравляю вас с Наурызом! Отличный праздник! Спасибо, Азаматик! Да, это просто очень здорово, всех тоже с праздником, да? Азамат Мусагалиев, да? А что делать-то? Я пришел в другую тюрьму для полицейских только в этой комнате с придурками сидеть, или я уже буду выполнять какие-то нормальные приказы, приказы и задания? Ну как вы тут? Подружились, я уже смотрю. Ваше первое задание... Бомжи. Ебучие бомжи оккупировали банк. Вам нужно отправиться туда и обезвредить их. Банк на восточном пляже. А почему бомжи? Мы же спецотряд лучших. Вы курсанты прежде всего. Вы должны показать себя в деле. Перед настоящим заданием. Сэр. Мы справимся. Это, конечно, в любом случае лучше, чем сидеть с ними в одной камере в комнате. Но, блин, заниматься бомжами... По-моему, это не моя юрисдикция. Хей, ну что же, мы с нашей командой лучшие из лучших сейчас отправляемся в банк на пляже, чтобы там, собственно говоря, спасти кого-то там от нечисти. Так, стоп, мы остановились. И приехали к банку, да? Дед, перетри вопросы там у входа, а мы тут разберемся. Хорошо, я думаю, что в целом лучше мне все делать одному, потому что эти негодяи ни с чем не справятся. Ага, я вижу, тут бомжи реально разбушевались, у них какой-то здесь некий митинг. Знаете, мы бы сейчас это все быстренько порешали, но единственный момент, который меня останавливает, это сделать, у нас нет ни дубинки, ни оружия, и что нам делать? Так, ладно, оставим наших коллег разбираться с ними сами, попробуем что-то придумать внутри. Как же меня все заебало! Офицер, вы перерезали всех бомжей? Я что, на урода похож? Мы приехали по вашему вызову, чтобы решить все мирно. Я плачу вашему капитану. Капитану за спокойствие. Вы должны прогнать эту залупонь. Убей! Убей бомжей! Если вы сейчас еще раз это скажете, я вас посажу. Секунду. What the fuck? Он мне 100 тысяч только что дал. Убери их отсюда. Спасибо. Ладно. Окей, друзья. Мне сейчас дали 100 тысяч, чтобы их прогнать. И... Кефтеме. Что происходит? Я что, попал в ад?
Меня в тюрьме убил тот бомж, и я сейчас просто прохожу 12-й его круг. Надо брать ситуацию в свои руки. Так, уважаемые бомжи, давайте из-за ругань. Вы же сюда пришли, потому что вам не платят. Нам нужны деньги, доширак. Окей, чтобы тюрьмы нашего штата не были заполнены таким же придурком, как в начале видео, где видели бомжа, который ковыряется в говне, давайте просто раздадим этим чувакам немножечко денег, чтобы они просто разбежались, и мы решили нашу проблему, и, собственно, чуть-чуть им помогли. Окей, раздадим по 5000. Оп, оп, хоба. И гонга. Парни, да мы сможем жить на эти деньги 2 года. Все, ребят, не стойте тут. Идите, развлекайтесь. Прямо сейчас. Все, отлично. Так воняло, ужас. Трэш. Слышите, вы чем тут занимались? Почему я за вас всю работу сделал? Ну, ко мне полез целоваться один бездомный, потом второй. Они учили меня, как вымогать деньги. У меня что, из-за приступа агрессии опять флешбеки начались? Стоп, нет, это реально вертолет. Полицейский вертолет. Опа, вот и наш капитан. Так, так, так. Не вижу ни одного бомжа. У вас отлично получилось. Спасибо, капитан. Мы старались. Вас не смущает, что вы ничего не делали, а делал только я один. Вы показали себя отлично. Всем 5. Ваш патруль направляется на электростанцию. Там какие-то хулиганы воруют электричество. Разберитесь. Не проблема, босс. Азамат, ты за старшего. А, да? Азамат за старшего, да? А, они еще и, блин, руки друг другу пожали. То есть он до Азамата у нас лучший. А тут, типа, ну... Вы долго в целом еще? Или как уже? Может, мне руку пожмут? Давайте, удачи. Я никогда не видел полицейские структуры изнутри. Оказывается, все настолько плохо. Ну ладно, для нас, сотрудников полицейской академии, есть следующее задание, и мы прямо сейчас отправляемся на него. Дед, у меня вопросик к тебе. А что ты сам умеешь? Я ветеран Вьетнама. Я в этой жизни видел все. Выходит, ты воевал против семьи Азамата? Я сказал Вьетнам, а не Казахстан. Окей, мы сейчас приехали на дамбу. Это как бы есть, да, электростанция, да, на Тринитерпе. И где-то здесь, видимо, прячутся разбойники, да? Дед, держи оружие. Игрок Азамат предлагает взять у него АК-47. Откуда у тебя оружие? Осталось со свадьбы, не переживай. А нам оружие будет, вам не положено. Блин. Окей, ладно. Заходим в электростанцию. Идем вперед. Так, как я понимаю, это рабочие электростанции, да? Опа, ничего себе. Террористы захватили ученых или что это, или рабочих каких-то. А что нам делать-то? Давайте на улицу выйдем, тут что-то стрёмно. Так, стоп, что? А зачем? Нам нужна чья-то помощь. Может, вызовем полицию лучше? О, точно. Едь за полицией. Хорошо, я быстро. Кот так бас! Народ, станцию захватили террористы! Ты же за главного! Давай, решай! Отвлекай их! Я в тебя верю! Я? Да, именно ты! Ну я попробую! Волю в кулак! И вперед! Ну все, наша Белочка побежала их отвлекать. Дед, мы с тобой справимся и всех их замочим. Ну, давай попробуем. Чё-то она там долго уже. Стоп, так она отвлекает совсем одна. Пошли ей на подмогу. Мне кажется, для такой ситуации 3 раздолбаев не хватит. Ай, молодец, девочка! Какая танцует, кай как боля! Стоп, а почему там танцуют и эти хулиганы, и ученые? А, они стреляют вверх, типа... Ау, да? А, опять нападают! Она опять в обморок упала! Дед, нам нужно всех убить! Всех? В смысле, только террористов? Ладно, ученых не трогаем. Вперед! Ну что, террористы? Вам пизда! Stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. In other words, I love you.
спасены. Спасибо вам, офицеры. Что бы мы без вас делали? Ха, не стоит благодарности. Это наша работа. Я старался ради ваших жизней. Убил этих гадких ублюдков. Ублюдков? Да ты сам ублюдок старый. Так как ты можешь так говорить про них, шайтан? Ладно, мы сделали, что хотели. Контейнер у нас. По их взгляду, я вижу, это никак не ученые. Кого мы спасали? Это террористы! Ни слова больше! Руки вверх! Вот сука! Азамат был прав, что надо было сразу всех убивать! Какого хрена они одеты, как работники этой залупной станции? Ну вы, суки, сядете надолго! Куда вы побежали? Алло! Твою мать! Бежим за ними! Дед! Отличная работа! Мы справились с тобой! Да уж, в следующий раз буду тебя слушать. Ты был прав. В любом случае, мы остались с нашим отрядом, хоть и не полным, в абсолютном спокойствии. Опа, к нам прилетел босс наш. А, и Джонатан. Народ, я помощь привел. Давайте покажем этим террористам, из чего мы сделаны. Я просто похлопаю. Капитан, задание успешно выполнено. Уже? И без меня? В натуре было 5 террористов. Мы их жестко нежданули. Да вы герои. Все будете представлены к награде. Отгуливайте и возвращайтесь в академию. Удачи. А как я понимаю, нас не заберут, да, на вертолете? Спасибо, шеф, большое, что оставил меня с этими недоумками. Ну ладно, все тогда. Самое главное, что мы не в тюрьме. Эй, вы тут? Где я?